Привет, меня зовут Павел. В этом видео я расскажу вам об основных характеристиках холодильника LG GA B509 SEUM. Если вы задумываетесь о покупке холодильника и хотите наслаждаться свежестью продуктов максимально долго, то советуем обратить внимание на холодильники LG с инновационными функциями. А сейчас мы вам поможем разобраться в них подробнее. Данная модель – самый распространенный и удобный тип холодильника. Морозильная камера в нем находится в нижней части, а холодильная – в верхней. Обе камеры достаточно объемные. При выборе холодильника очень важно обратить внимание на габариты, ведь он должен поместиться на вашей кухне. А еще очень важно обратить внимание на полезный объем. Это холодильник среднего размера, его объема будет достаточно для большинства покупателей. Перед вами габариты этой модели. Обязательно обратите на них внимание. Пользоваться этим холодильником будет комфортно для людей любого роста, потому что высота его в пределах 200 см. В этом холодильнике установлен инверторный умный компрессор. Он отличается экономичностью и низким уровнем шума, а также LG дает на него гарантию 10 лет. Это самый экономичный холодильник из всех возможных. Отличный выбор для тех, кто привык считать свои деньги, а также заботиться об окружающей среде. Разница между этим холодильником и холодильником предыдущего класса энергоэффективности составляет около 30 кВт в год. Кажется, не так уж и много, но поверьте, за несколько лет набежит приличная цифра. Этот холодильник оснащен системой Total No Frost. Во-первых, с помощью нее ваши продукты равномерно и быстро охладятся как в морозильной, так и в холодильной камере, а во-вторых, эта система избавит вас от необходимости периодической разморозки морозильной камеры. Уровень шума в этом холодильнике самый низкий из всех возможных. Современные технологии обеспечивают бесшумную и надежную работу. У этого холодильника дверной уплотнитель BioShield, изготовлен из антибактериального материала. Он подавляет образование грибка, плесени, а также позволяет вашим продуктам оставаться свежими дольше. Этим холодильником можно управлять со смартфона, используя приложение LG ThinQ. Например, вы можете провести диагностику холодильника или изменить температурный режим. Этот холодильник отличается еще одной полезной функцией. В нем качественно охлаждаются продукты в самой теплой зоне холодильника, в дверце. Благодаря технологии Door Cooling холодный воздух поступает не только из задней панели, но и из панели в верхней части холодильника. Оттуда холодный воздух равномерно опускается на нижние полки и быстро попадает в область двери. Кроме прочего, этот холодильник оборудован зоной свежести Fresh Balance. Она поддерживает оптимальный уровень влажности в холодильной камере, поэтому овощи, фрукты и зелень остаются свежими и аппетитными намного дольше. Узнать больше об этом и других товарах LG можно на нашем сайте lg.ru. Приятных вам покупок!